30 победителей школьных и районных олимпиад участвовали во встрече, которая прошла в законодательном собрании. Там открылась выставка «Нижний Новгород в фотографиях 19-21 века», организованная Русским музеем фотографии к 800-летию города. Школьники узнали о работе региональных и профильных комитетов. Особый интерес вызвало то, как принимаются законопроекты, которые рассматривают и принимают депутаты. А еще то, как готовится Нижний Новгород к своему юбилею. Ребят интересовало, какие объекты и в какой срок к юбилею города будут запущены. А еще у школьников масса вопросов. Как организована работа парковок, ремонтируются детские лагеря, идет ли благоустройство, как поддерживаются люди с ограниченными возможностями. Место общения с разными категориями жителей, в том числе обязательно с детьми. Во-первых, это для нас большая честь принять здесь детей, которые лучше узнают изнутри деятельность законодательного собрания, зададут все исчерпывающие вопросы. Одновременно и мы то же самое постараемся услышать детей и ответить на те их вопросы, которые их волнуют. По итогам встречи депутат вручил ребятам памятные подарки – книги о Нижнем Новгороде. А еще школьники посмотрели фильм к 25-летию регионального парламента. Также для них была организована экскурсия по музею законодательного собрания. Владимир Смирнов. Время новостей.